Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam. Обзор мультимедийных систем на базе Android от компании CatBox для Toyota Land Cruiser STO. Модели Line с 9-дюймовым экраном встают в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, по-штатному, встают без щелей, без зазоров. Меняется вот эта вся панель. Рамка выполнена из черного матового пластика, достаточно хорошо вписывается в интерьер автомобиля. Также здесь есть физические кнопки для регулировки громкости, переключения треков. Можно быстро выключить звук. Есть кнопка возврата на домашний экран, быстрое открытие навигатора. В данном случае здесь уже предустановлен Яндекс.Навигатор. И также кнопки для управления климат-контролем. Можно управлять как вот этими кнопками, так и в сенсорном варианте. Все это функционирует, все работает корректно. Кнопки эти идут с подсветкой. И при переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режим. И включается и выключается подсветка данных клавиш. Ну и данная мультимедийная система, конечно, гораздо более интересная, чем это было изначально в автомобиле. Вот так выглядела магнитола изначально здесь. Теперь же здесь стоит современная мультимедийная система, работающая на базе Android, поддерживающая все современные мультимедийные возможности. Все работает достаточно быстро, плавно. Доступен магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены. Самые актуальные, наверное, для водителей все-таки будут Яндекс.Музыка и Яндекс.Навигатор. Также для пассажира можно, например, скачать YouTube и включать развлекательные видеоматериалы. По внешним подключениям бардачок выводится USB-порты, куда можно подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также выводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы. А к интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его со своего мобильного устройства через режим модема. Также дополнительно этот автомобиль установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при включении задней передачи. Имеет хорошие характеристики, это широкий угол обзора 170 градусов и картинка Full HD. Все прекрасно видно, все хорошо детализировано. Есть вот такая парковочная разметка, которую можно регулировать. Здесь есть специальное меню. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки вот этих вот парковочных линий. Благодаря широкому углу обзора прекрасно все видно по краям автомобиля. И также виден край бампера, поэтому очень близко и безопасно можно парковаться. Фаркоп также виден. Обращайтесь к нам в компанию. У нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов. Более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!